также выезда автотранспорта на лед весь зимний период. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Приморскому краю проверили акваторию Амурского залива с целью мониторинга ледовой обстановки и информирования рыбаков о запрете выхода на лед. В ходе мероприятия выявлены места скопления рыбаков, а также наиболее опасные участки акватории. С рыбаками, находящимися на льду, проведены беседы о правилах безопасности. Стоит отметить, что многие любители подледной рыбалки после беседы с сотрудниками МЧС России покинули ледовое поле. Напомним, что в связи с повышением среднесуточных температур воздуха и усиленного разрушения морского льда в акватории, с 20 февраля гражданам запрещено выходить на лед в Уссурийском и Амурском заливах.